красивые мечи. А медом тебе жопу уже. Соленый цвет. Я ненавижу. Куда прешь? Ну, вчера мы наделали. Я хотел поговорить. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири. Но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? Сперва черные, теперь призраки. Ну что поделаешь? Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. А что с нильфгаардцами? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Но не бойся, мы прогоним и черных, и дикую охоту. Зажарим двух кабанов на одном огне. В Каэр-Трольде Цири будет в безопасности. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр-Морхен. Каэр-Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нильфгаардом... Геральт, прости. Я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой! Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда каменного кулака, то есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме, закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайтов столетия. И теперь он твой. Я не могу его принять. Можешь и должен. Позволь мне сделать хотя бы это. Если ты настаиваешь, благодарю. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Приключения? Сами решают свои вопросы, если только вопрос можно решить топором. Фу, треска-то была верно не свежая. Башку ты ему отрезал?
Королева, ты позволишь отвлечь тебя на пару минут? Геральт, ну что ты? Я та же, что и раньше. Кроме титула ничего не изменилось. Как правиться? Ярлы тебе не ставят палки в колеса? Нет. И они верят в меня. Все, кроме Лугаса, конечно. Ты не пробовала с ним поговорить? Может, ты добьешься его расположения? Не знаю. Он должно быть еще упрямее, чем мой отец. Но я, конечно, буду пробовать. У меня к тебе непростая просьба. Я хочу просить тебя о помощи. Что случилось? Крах ведь говорил тебе о Цири, правда? Ты ее нашел? Пока нет, но я считаю в шаге от нее. Беда в том, что когда я ее найду, Дикая Охота сразу поймет, где мы находимся. Поэтому я хочу забрать Цири в Каэр Морхен и там дать призракам бой. И поэтому мне нужны союзники. Я не могу сейчас покинуть острова, но я дам тебе моего лучшего воина. Хьялмара. Думаешь, он согласится? О, наверняка. Да еще и обрадуется. Ты же его знаешь. Это точно. Спасибо. Вам его помощь наверняка пригодится. Удачи! Это ж был плен. Не злень. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда... Как оно, Геральт? Дикая Охота готовит нападение на Каэр Морхен. Мне нужна твоя помощь. Призраки у ворот ведьмачьей крепости? Ты друг моего рода, и я не могу тебе отказать. Тем более еще ни один Анкрайт не снискал славы в битве с такими врагами. Я выступаю немедленно. Спасибо, я не забуду этого. Казала своему сыну, ты меня обижаешь. Лучшее оружие ни к чему. Если слабая рука его нет. Мечи за спиной. Ты чего только... Кого моей еще несет? Моей маленькой Моргун завтра день рождения. Пусть твой топор... Поздно что-то зацвели. И пчел мало. Морозы были суровы. Али, у тебя можно. Что это, чертов кашель, наконец прекратился. День хвали вечером. Всюду слышны пилы и топоры. Воздух уже густой от опилок. Ярлы строят новые дракары. Так уж повелось. Первыми на войне всегда погибают деревья. Бродячие убийцы, бести и чудовищ. Если будут все, два поколения придется ждать. Мы можем поговорить? Что друиды думают о новом владыке Скеллиге? В Анкрайтах течет хорошая кровь. Трудность в том, что Керис – первая женщина на троне Скеллиге. Не все довольны? На Скеллиге 7 кланов – и каждый хотел бы, чтобы король происходил из их рода. Но Керис справится. Она не так порывиста, как Хьялмар. Она думает и лишь потом действует. С таким советником, как Крах, она может оказаться доброй королевой. Дикая Охота скоро нападет на Каэр Морхен.
Мне нужна твоя помощь. Дикая охота? Ты уверен? То есть, ты нашел Цири? Я знаю, где ее искать. И знаю, что когда найду ее, всадники охоты сразу об этом узнают. Я понял. Я сейчас же начну сборы и отправлюсь в дорогу в самое позднее завтра. Спасибо. Не за что. Я вырастил эту девушку и все еще в ответе за нее. Увидимся в Каэр-Морхене.